Привет, мы группа Афинаж. В этом году мы участвуем в трибьюте альбома «Шахдох» группы Animal Jazz. А с группой Animal Jazz у нас в Афинаже связана забавная и трогательная история. Это история нашего с Сашей знакомства произошла. Она, естественно, в 2007 году, когда, кажется, наверное, все слушали Animal Jazz и альбом «Шахдох». В те годы мы оба жили в Вологде, и я был уличным музыкантом. А так как город маленький, естественно, один уличный музыкант всех остальных уличных музыкантов, конечно, тоже знает. И как-то раз, проходя мимо нашего обычного места на Каменном мосту, я увидел какого-то незнакомого парня. Этот парень пел песню «Три полоски», и он пел так, что я просто подошел, сказал, дождался, пока закончится песня, сказал: «Здорово, мужик». Валец. Вот, да. Кому-то другому, может быть, я так бы и сказал: «Валяй отсюда, это наше место». Но ему я сказал: «Ты круто поешь, давай свой номер, пригласим тебя вместе, там, попоем, пооскаем». И в итоге мы так и не встретились. Да, в итоге в течение 7 лет Саша у меня был записан как Саша Три Полоски на телефоне, я ему ни разу не позвонил. И встретились мы только в Петербурге и очень быстро стали играть в одной группе, собственно. Ну, а записывали кавер мы на песню «Можешь лететь», потому что все-таки это моя любимая песня, не «Три полоски». Да. Собственно, его тоже. Саша — специалист у нас, главный по Animal Jazz, поэтому мы... Учился петь, да, на вас, на Animal Jazz. На его любимой песне мы основывали свой кавер, и большое спасибо, что сочинили этот альбом. И что пригласили нас. Пригласили нас поучаствовать. Поучаствовать. Рок.